Оп, ребята, там как будто кто-то пробежал, вы видели? Ну что, что это за фиксилое там, ребяточки, что это было, что это такое? А кто-то стоит, ребята. Что за херня там, кто-то стоит, похож на Димыча или меня глючит? А что, если я скажу, что фиксики существуют, и я нашел дом самого Дим Димыча? Если ты хочешь увидеть, как это было, я запущу сегодня свой дрон, и ты увидишь своими глазами, что это правда. Ставь лайк, подписочку на канал, а мы полетели. Так, все, я уже прилетел на координаты, ребята. Тут, получается, должен быть замок какой-то Дим Димыча, здоровенский дом, вот он, как я понимаю. Мы находили вроде его дом в предыдущем видео, которое ты можешь посмотреть по ссылке в описании. А сейчас мы будем смотреть, что же тут поменялось. Смотрите, ребята, как я думаю, здесь, возможно, скрывают фиксиков и Дим Димыча. А вот эта большая площадка, возможно, они тут гуляют с детьми, либо что-то делают. Возможно, тут какие-то аниматоры были, типа, и такая легенда сложилась, что там какие-то фиксики, Дим Димыч. Ну, сейчас проверим, посмотрим, что тут реально находится. Сейчас будем аккуратненько залетать на эту территорию. Я не знаю, это частное, не частное, но, ребята, мы просто уже летим. Нас ничего не трубуем. Так, ну дом, конечно, конечно, здоровенский, ребяточки. Не дом, а замок. Просто царь и бог. Может, это какое-то заведение, не знаю, типа школы или что, еще что-то. Но выглядит оно солидненько, ребята, красиво, красиво, нравится. Площадки, я не понимаю, почему тут миллион площадок. Типа, тут куча микроплощадок для как будто детей, соточка людей, о, людей, ну, людей, детей, трэп. Могут поместиться и реально тусить. Так, интересно, реально ли тут есть фиксики? Я, честно говоря, не уверен, но проверим обязательно. Они же вообще маленькие. Но я, когда снимал фиксиков, они были, типа, с размера собаку или котика. Типа, вполне можно, вероятно, их увидеть. Так, сейчас буду всматриваться в мелочи, так сказать, жизни и искать этих фиксилоидов. Или Дим Димычей. Хотя он только один, по идее. Так, тут горка какие-то. Смотрите, площадки тут просто... я бы сейчас... был бы я малой, я бы сейчас тут так затусенил. Ребяточки, позвал бы кентов, так сказать... в окно. Они бы скинули мяч, мы бы тут затусили, побегали, попрыгали. Но сейчас нам не до этого. Я уже взрослый перень. Все, летаем, теперь изучаем, блин. Так, птичка какая-то летает. Не, ну дом, конечно, гигантский. Так, давайте ниже чуть опустимся. Так, что тут у нас? Просто подлетаем вниз. Тут, ребята, провода, конечно, невидимые. Ну, их видно, только я их плохо вижу через маленький экранчик. Главное не врезаться. Но я надеюсь, все будет окей. Так, смотрите, сегодня даже немного туман такой есть, погода пасмурная, не знаю, с чем это связано, возможно, просто, ну, такой день, ребята, бывает, и такие дни тоже существуют, не надо их судить, день как день, смотрите, ни одного облачка, просто все белое и серое, но ничего, мы не отчаиваемся, мы сейчас вообще-то делами занимаемся. Так, что, кто тут, кого тут увидеть, ребята, так мелко, так все далеко. Давайте, надо еще ниже. Так, окей. Фиксилоиды и фиксики, где вы тут? Может, они там где-то и балуются, на качельке катаются, но они маленькие настолько, что я их не вижу. Ну и что, где они? Оп, ребята, там как будто кто-то пробежал, вы видели? Как будто там кто-то пробежал, или мне показалось? Странно, не знаю, ладно, давайте посмотрим еще. Подлетаем, подлетаем, никого мы не пугаем. Так, ребята, что это за фигня? Там что-то маленькое, видите, что это? Что это было? Куда оно делось? Что это? Я не понимаю, там кто-то есть. Ну, там, может, малой остался, его забыли родители. Но там кто-то был, реально. Сейчас я попробую еще поближе подлететь. Ребята, ну тут был какой-то фиксилоид, я вам говорю, реально, фиксик. Реально вылез? Я его видал. Так, ребята, тут какая-то это. Сейчас развернемся немножко. Так, фиксики. Может, тут еще гуляют разные фиксики, я не знаю.
Фиксилоиды, блин. Ну что, что это за фиксилоид там, ребяточки? Что это было? Что это такое? Какой-то фиксилоид пробегает, реально. Плохо видно, ребяточки, но я надеюсь, вам это будет видно. Если что, повтором поставим, там реально кто-то был. Либо меня уже глючит, ребяточки, тут монитор-то маленький. Да, удаленький, блин. Так, ё-моё, летим, летим. Смотрите, вот тут тоже кто-то пробегал. Давайте посмотрим, может там что-то есть. Оу, щит, мазафак, блин, провода, ребята. Оу, щит, я чуть не сломал дрон и не лишил людей электричества. Ребята, вы видели? Миллиметр к проводам был, мы чуть не уничтожили дрон. Щит, мой мозг. Оу, щит, как это было близко. Ребяточки, еще в чуть-чуть и все, хана, отлетаем, отлетаем. Дядя, дядя дрон, живи, дядя дрон, не надо, блин, фиксилоиды того не стоят. Ребята, это просто какой-то... Какой-то абсурд, Петрович, я не знаю, я полечу чуть-чуть вверх, облечу это стороной, этот проклятый мир. Реально, чуть не бомбанули дрон, ребята, прикиньте, чтобы фиксики офигели. Они просто бы сделали костер и побаловались, и ушли бы домой. Я в шоке, ребята, мы чуть не угробили дрон. И мы увидели фиксика, там реально был какой-то гребаный фиксик. Ниже я уже не подлечу, ребяточки, а не обессудьте, но дрон мне нужен живой. Ну как живой, рабочий. Окей, давайте посмотрим, что тут еще у нас есть, блин. Пока мы еще не врезались никуда и дальше. Ну не знаю, мне кажется, надо лететь к дому. Надо смотреть к дому, где же нас, наш главный клиентик. Это Дим Димыч. Смотрите, туда кто-то идет, кстати. Вы видели, там кто-то, какие-то людишки. Людишки в белом. Кто-то куда-то и туда идет. Значит, это заведение сейчас работает или что? Или он кого-то туда водит? Ребята, кто это? Может, это Дим Димыч там с кем-то? Или просто люди какие-то, я не понимаю. Что происходит? Куда вы, люди? Там фиксики гуляют. Вам туда не надо. Хотя фиксики, может, добрые. Чё я на них гоню? Так, ребята, ну фух, ну у меня чуть-чуть инсульт миокарда, ребята. Блин, я не знаю, чуть не взорвали дрон, реально. Интересно, а что бы было? Оно бы разрезало эти провода, эти вентиляторы? Ну, вот эти пропеллеры. Или же просто дрон бы упал? Интересно, но проверять я этого не буду. Так. Фиксика вроде не наблюдаю еще. Если я упустил какие-то моменты, пишите обязательно тайм-коды. Возможно, при монтаже я еще сделаю повторчики, где, возможно, я что-то не увидел. Такое тоже может быть. Так, окей, окей. Так, ну домик, конечно, солидник, ребяточки. Если покупать дом, то я считаю, вот нужно хотя бы примерно такой. Шутка, шучу. Это, не знаю, тут это замок. Так. Подлетаем к дому. Дом хороший. Дим Димыча мне наблюдаю. Ребята, что-то подлагало. Так, что за лай? Алло, дрон, не надо. What the fuck, кто это стоит? А кто это стоит, ребята? Что за херня там? Кто-то стоит, похож на Дим Димыча или меня глючит? Блин, ребяточки, батарея почти разряжена. Надо уже лететь домой, ребяточки. Дрон уже хочет возвращаться до дому. Домой к родным, посетить меня и показать мне все видеозаписи, что он снял. Нажимаем кнопочку, чтобы дрон возвращался домой. Нам удалось реально снять Дим Димыча, скорее всего. Снять фиксиков. Мы чуть не угробили дрон. Ребяточки, за этот видос обязательно лайк, подписочку на канал. И я вас буду радовать большими количеством видосов. Так что просто жди и рассказывай друзьям. Всем пока.